Олег Петрович, что сейчас преобладает? Чувство удовлетворения после яркого первого тайма или горечь от того, что все-таки упустили 2 очка? Ну, конечно, горечь, потому что, на мой взгляд, первый тайм был вообще очень конструктивный, и мы владели полным преимуществом. Во втором тайме такая игра получилась на встречных курсах, и мы создали достаточно моментов для того, чтобы еще забить гол. Помимо там третьего мяча могли забить 4-й гол и 5-й гол. И горечь от того, что мы больше допустили ошибки возле наших ворот, которые привели к голу. Тогда, когда игра давалась, вот больше из-за этого. Потому что получается, что ну, нельзя такие игры отпускать. Нельзя. Вопрос от воронежских журналистов. А с чем связан выбор Ильи Свинова на роль первого номера? В игре должен был участвовать Лемичек, и Илья, и Данил Ермаков, и Саша Саутин прекрасно себя провели на сборах. Но они абсолютно в равной степени готовы. И мы сделали выбор в пользу Ильи, для того, чтобы на поле у нас не было Лемичек. И еще один вопрос от воронежских журналистов. Какие недостатки выявил сегодняшний матч? Недостатки, ну, то, что мы допустили голевые моменты возле своих ворот. Это раз. О том, что мы определенный кусок времени, мы сильно низко опустились. Но опустились... Это такая цепь вещей, цепь ошибок, которая позволила это сделать. Потому что необходимо там было действовать более целостно. И тогда можно было останавливать все это в центральной части поля. А так, когда ты прижимаешься, все равно вольно-невольно ты даешь шанс сопернику, и моменты могут возникать. То есть это недопустимо, и так не должно быть.